Ну чё, мы малыги, всем здорово. Играйте со скоростью света, блядь. Погнали, таблица после 17-го тура. Мститель, 50 очков. Гейм, 49. Вадим, 48. Даниил, 44. Дэн, 43. Артём, 42. Я, 39. Григорий, 38. Егор, 37. Владик, 36. Саша по-английски 36, Дмитрий 35, Леонид 34, Стас 33, Саша по-русски 33, Мират 33, Джокер 32, топ 30. Пары 18 тура. Артём 4 против Леонида. Даниил против Дмитрия. Я 4 очка. Второй тур подряд, это охуенно. Стасик 4 очка тоже. Саша по-русски против Дэна. Владик против Гейма. Топ против Мстителя. Григорий против Мирата. Саша против Егора по-английски. Редкий Рома Сайфудимов 2 АФК. И Вадим против Джокера. Вот такие, пацаны, пары 18-го тура. Всем удачи. Играйте, рубитесь. Развязочка уже очень-очень скоро. И восьмерка пока что непонятна. Пока.